Вот как говорят, начальство подъехало. Сейчас попросим комментарий. Нет никого. Аккуратно надо подойти. Здравствуйте, я там с комментариями. А вот вы за каждый заезд на гребли. Вот этим грейдером. У нас Беларусь едет, убирает. Где? Ну, у нас не первый же был. Час назад вы здесь были, да, я вас попросил, сказать. Вы уберете, да, мы уберем. Вы потом уехали вскоре. Они прошли еще раз, еще больше на гребли. Там глыбы вот такого размера, метр на полтора. Ничего с ними делать. Заезды в улицу мы уберем, к домам хорошо. Мы убирать не будем. А почему? А что мне делать? Убирайте сами, вот, это ваша территория. Вот мне нужно, да, но почему вы на нее нагребли? На нашу территорию, там человек уже один ругался, ему полностью заезд перекрыли. У меня видео есть, как белорус это нагреб, потом убирал, если бы человек не ругался. Он ездит, он сейчас по той улице поехал убирать. Так, да. К людям заезды кто будет убирать? Там у людей матизы низкие, остальные, вот у меня машина низкая сюда. У вас красный падает, вам кто убирает ваши заезды? Я убираю своей территории сам и на свою же территорию, но никак не с дороги на территорию людей, которые убирали уже до. Ничего делать сейчас. Глыбы сейчас убирать. Ночью вот ловить вас, комментарии вас спрашивать, чего делать. Потом самому еще идти убирать, да? После этого. Получается так? Это у вас что за работа такая? Это лучше бы вы ничего не делали. Ну, уже отвечу. Вот. Поверни его сюда, маленько. Делать-то в итоге чего? У нас ездит здесь белорус, так, он убирает. Дальше. Он убирает. Так, а заезды, сейчас, ну, дома, кто будет убирать? Тоже белорусы, он не особо говорит, я не убираю, нет такого приказа. Людям нагребли по всей улице, я не делал то, что другие нагребли. Вот сейчас нам, людям всем собирайте, с утра вставай, еще это разгребай. Ну, когда снег падает, вы... Я говорю еще раз, я убираю свою территорию на свою территорию. Почему мне дорожные службы на мою территорию закрыли мне всю машину? Мне, я работаю с 7 утра, это мне вставай в 6 утра пораньше, бери лопату в руки и разминку утреннюю, да? Я еще раз объясняю, у нас ездит белорус и убирает. Как еще объяснить? Где он у меня убрал? Ну что, у нас одна улица, что ли, в уборке? Ну, если, полгорода убирает. Если убираете эту улицу, уберите ее и переходите на следующую. Хорошо, когда уберете? Когда снег растает, вы схватитесь. Вы не уберете? Сегодня он едет. Где он убирает? Он не убирает. Вам делать нечего, сходите поищите в соседнюю улицу. Поищу. Ну. Че? Привязалась? Я сейчас просто на дорогу все скину и убирайте заново. Потому что я свою территорию убираю под две машины. Заезд домой под машину, стоянку. Ваше право. Да, мое. Потому что мне дорожные службы нагребли на то место, где я убирал свою машину. Ну да мне он не нужен там. Там практически по колено. Ничего делать с этим. Заново убирать. Мне это вот... Правильно. Но я там убираю ее. Лет... Убираем, да. Но вы так убираете, то, что мне потом на своем автомобиле не выехать. Почему такие препятствия получаются? Плохо. Раньше убирали лучше. Сейчас почему? В чем вопрос? 5 лет назад убирали по-другому, почему-то не было такого. То, что глыбы такие сейчас... Ну вы видели, зима какая? Еще видел. Чем дождик идет. Видел. Ну и чего? Ну, я 20 лет живу в этом доме, даже 27. Ну, первая зима такая. Ну, как это первая? Каждый год, я каждый всю жизнь наблюдал, идет, с 5 лет буквально. Проходил грейдер, убирал на правую часть, а с правой части умелые руки убирали в КамАЗ и увозили куда-то. Сейчас просто раскидывают по сторонам, людям. Включай на базу. Я здесь живу 27 лет, так было каждый раз. Нет, ну вы, то есть не уберете, да, мне заезд? Вам я 10 раз повторяю, у нас ездит белорус и убирает заезд. Он убирает тот заезд на второстепенной улице. Вашу территорию мы вам чистим. А почему вы мне на нее нагребли снег? Извините меня. Почему я должен сейчас ночью вставать, это убирать или даже утром рано, чтобы мне на машине всего лишь выехать? Это что за уборка такая? Бригада, может, должна быть какая? Ну, мне ответить на вопрос, нет? Спасибо за комментарии.